Ленинским районным судом города Краснодара завершено рассмотрение уголовного дела, вызвавшего широкий общественный резонанс. На скамье подсудимых заведующая детским садом номер 48 и сотрудник отдела озеленения городской администрации. В 2019 году на территории детского сада в городе Краснодаре во время утренней прогулки на педагога и двух детей упало дерево. Двухлетняя девочка получила множественные травмы, которые впоследствии привели к гибели ребенка. В судебном заседании были изучены результаты экспертизы, которая показала, что на момент падения дерево было живым, однако являлось аварийным и требовало незамедлительного удаления. Должностные лица, отвечавшие за данное направление деятельности, должных мер по удалению аварийного дерева не предприняли. Подсудимые обвинялись в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей, а также в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. В своем последнем слове подсудимая просила суд принять во внимание ее положительные характеристики и многочисленные заслуги за период работы. Прошу вас о проявлении снисхождения за решение вашей судьбы. И прошу прощения пострадавших при вас. Хочу вам сказать, что я старалась добросовестно выполнять свою работу и делать все, что зависело от меня, все, что в моих полномочиях. Рассмотрев материалы уголовного дела, выслушав мнение свидетелей, оценив доказательства, представленные сторонами, суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимых. Заведующий детским садом назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии поселения. Сотруднику администрации назначено наказание в виде ограничения свободы. Однако в связи с истечением сроков давности он освобожден от уголовной ответственности. Приговор в законную силу не вступил.